Политолог, почему мне кажется, что июньские выборы, блеф. Почему мне кажется, что июньские выборы, блеф и на самом деле реализуется сценарий Тир Петросяна. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Степан Даниалиан: Почему мне кажется, что июньские выборы, блеф и на самом деле реализуется сценарий Тир Петросяна. Один из их команды будет избран премьер-министром а недоразумение улетит за границу. Давайте посмотрим. Оставляю написанное для истории. Ранее Никол Пашинин объявил, что 20 июня в Армении пройдут досрочные парламентские выборы.